Здравствуйте! Наконец-то снова Serious Sam 2. Наконец-то снова мне вспоминать, как играть шутеры на геймпаде. Ну да ладно. Так. В том же самом окружении. Нас снова встречают летающие скелеты. Давайте привлечем их внимание. Таким вот образом. Издалека вон уже альбиносы к нам идут, которых оседлали местные суккубши или суккубы. И я знаю, что у меня есть миниган, но на этом уровне я буду стараться сохранить как можно больше пуль для дальнейших боев. Потому что это понадобится. Ну, вы увидите. Дробовики в целом неплохо справляются. Учитывая, какие они дальнобойные. Ну, кстати, одна из суккуб. Или хелчика, как их тут зовут. Так, как я уже говорил, пули стоит сэкономить, пронести их вплоть до финального боя. Потому что, учитывая то, что там происходит, оно понадобится. И под оно я подразумеваю максимальный боезапас, который можно унести. Желательно. Немного можно, конечно, себя побаловать. Заодно вспомню, как здесь целиться. Так, ладно. Да откуда вы беретесь? Прежде чем мы двинемся дальше, мы исследуем здесь окружение, в частности, вот для этого секрета. Нужно пустить ракету вот сюда, и откроется секретная пещера с этими вещами. Но, тем не менее, здесь появится красный скорпион, который будет сразу по нам стрелять. Так что не спим. Далее будет прям каноничная зарисовка из игр Serious Sam. Думаю, рюкзак мы пока оставим. Ну и, собственно, вот, что я имел в виду. Орда скелетов. Думаю, можно их ракетницей обработать, учитывая их плотность. Минуты на минуту появится биомех. Кстати, вот он. Взрывная волна от его ракет, конечно, поражает. Но, тем не менее, все успешно. Мне нравится это окружение, я прям эстетическое удовольствие от него получаю по какой-то причине. Продвигаемся в следующий каньон, или что бы это ни было.
Здесь биомеханический Т-рекс выезжает на плите. Ничего страшного. Также здесь на скале камнями выложена вот такая буква S. Если мы ее всю взорвем. Вот еще. То появятся вот такие вот таблеточки. Нет, второй и последний секрет на этом уровне. Далее будет миллиард скорпионов. На самом деле, вот это вот причина, по которой я стараюсь сохранить побольше пуль именно для них. Потому что, учитывая, в ком они количестве здесь появляются, здесь и в финальном бою. Ну и плюс, что с геймпада удобнее стрелять по ним непосредственно с пулемета. Объясню почему. Иногда такое бывает, когда дергаешь стик и стреляешь из ракетницы, ракета уже летит не туда. А с пулеметом можно как-то подкорректировать во время стрельбы. Ну и плюс, из ракетницы их убивать не сильно эффективно. И в плане скорости-то это понятно, время полета ракеты и так далее. Еще они... На них требуется две ракеты. Но с одной ракеты они практически при смерти. Им хватает буквально там меньше 10 пуль, чтобы отлететь. Поэтому это не так эффективно. Ну и плюс очередь из пулемета их... Как он поехал? Очередь из пулемета их ошеломляет, что позволяет их затормозить во время движения или прервать стрельбу и так далее, что тоже полезно. Отлично. Нет, ну красота же. Так, здесь небольшой платформинг. Надо быть немножко аккуратным, потому что... Ой. Да, потому что лава больно жжется. Тут небольшая секция с движущимися платформами. Ничего сложного. А вот здесь надо бы спешить, потому что вот эти платформы очень-очень быстро отъезжают назад. Так, не то оружие. Прошло немножко неуклюже, но все в порядке. Так, и вот здесь вот, за вот этим вот пригорком, есть причина, по которой мы получаем пушку. Это миллиард биомехов. Некоторые тут стоят в ряд, достаточно там пустить одно ядро, и тот, кто сзади его, добьет ракетами. Вот как в этом случае, например. Также здесь кучка вот этих вот суккубов появляется. И опять же, я их, наверное, буду расстреливать из дробовиков, периодически закидывая гранатами, если их будет слишком много. Потому что нам понадобятся эти пули. Нам будет нужен этот пулемет. Прям много становится. Так, на, к черту. Я думаю, нам хватит. Ну, можно вот так вот еще сделать, наверное.
Ракета нам здесь особо не понадобится. Так. Следующей волной будут скелеты. Оу. Всем забыл про шемблеров. Почему-то. Для них достаточно по одному ядру пустить. Это их почти убьет. Далее избавляемся от скелетов ближайших. И пускаем в них немножко пуль, чтобы добить их быстро. И почти безболезненно. Для нас, по крайней мере. Вот таким вот образом. Ладно, что-то я увлекаюсь. Ну вот и пошли скорпионы. Их тут будет очень много. Мы хватаем вот эту вот штуку. И пойдем вот в эту вот часть арены. Потому что там удобнее отстреливаться. Здесь мы можем уничтожать быстренько вот этих скорпионов. И особо не бояться тех, кто с той стороны поступает. Потому что там на центре, если стоять, то уклоняться от них — это та еще задача. Время от времени появляются скелеты с крыльями. В том числе и для них пулемет будет нужен. О, откуда взялся? И да, кстати, если вы обратите на счетчик боеприпасов, то увидите, что его нету. А теперь есть. Такое бывает при быстрой смене оружия. И, по-моему, это только пулемета касается. То есть, когда на пулемет быстро переключаешься с чего-то, то патронов не становится. И для следующего оружия в том числе. Не знаю, с чем это связано, но... Опять же, у меня версия, которая была долгие годы, считалась последней. 2.0.6.8, по-моему. Или 2.8, неважно. 2.0.8 какая-то. В общем, не самый последний патч. По объективным причинам. Потому что нам нужен ванильный опыт. Экспириенс. Вот опять боеприпасов нету. Теперь есть. Ой. Так. Кто-то еще жив остался. Да, вот эти ребята. Неизвестно, сколько еще выползать будет. Потому что они поочередно спавнятся. Все, отлично. И уровень прямо здесь завершается. Что довольно удобно. А уровень, опять же, как и предыдущий, практически просто арена за ареной. Много экшена. Очень приятная эстетика, по крайней мере, мне. Ну вот финальный бой
Особенно та часть со скорпионами слегка затянута, на мой взгляд. Ну, для моего вкуса она слишком уж какая-то долгая. Она не сложная, просто надоедает очень быстро. То есть, по сути, это просто несколько волн скорпионов без каких-либо, без какого-либо разнообразия. То есть начальный даже этап с суккубами как-то можно понять. Ну, только бой раскачивается. Потом достаточно интересная комбинация альбиносов со скелетами, в которые надо прям расставлять приоритеты, правильно двигаться, вовремя устранять угрозу и так далее. А часть со скорпионами как-то хромает. Просто встань в угол, расстреливай все из пулемета и там, периодически ходи влево-вправо, чтобы тебя не прошили. Но тем не менее, да. Тем не менее, в целом уровень достаточно веселый, на мой взгляд. Следующий уровень — это босс этого эпизода. И да, он достаточно короткий. Вот, так что да, увидимся там. И спасибо за просмотр и всего доброго.